Всем большой привет! У вас на экране мои новиночки. Я безумно им рада, я на них долго созревала, и это, наверное, единственные орхидеи в моей коллекции, которые куплены не по принципу «все должно быть прекрасно и гармонично», но по принципу «боже, какая ботва, они могут не цвести, я хочу их просто ради этих листьев». Действительно, я увидела и влюбилась, и было много вариантов. Я очень долго выбирала, выбрала два. Не смогла выбрать только один. Ох, хочется выбрать из того списочка еще и еще, но хочу сначала совладать с этими новичками. И когда они начнут действительно хорошо расти, я почувствую, что да, у меня все получается так, как я себе это представляю. Растет все настолько хорошо, насколько я хочу, я готова купить новые подобные дендробиумы. Итак, у меня есть вот такой маленький малыш. Маленький малыш, пошла тавтология вовсю. Вот такие замечательные корешочки, чистые. Видно, что росли в мхе, но пришли с голой корневой. Шикарные просто листья. Так, сосед более яркий получается. Забирает на себя кадр. Мы его немножко уберем. Вот такие листья, вот такой он шикарный, и вот такое у него название. Я, кстати, обязательно в описании, внизу, посмотрите, напишу, у кого я брала, кто живет в Украине и привозит вот такие вот прекрасные орхидеи. Они из Кореи, корейские орхидеи, первые корейские орхидеи у меня в коллекции. Так, вот такое красивенное чудо. Честно признаюсь, я даже не смотрела на цветение, вот вообще даже не пошла гуглить, как они будут цвести. Я решила белым, розовым, красным, синим, мелким, крупным. Я хочу, хочу. Тут шикарный цвет у бульб, у листьев. Хочу, остальное неважно. И второй, он покрупнее. Так, спрячем, чтобы ты не отвлекал. Тоже шикарная корневая, шикарные кустища. Вот здесь видно много-много малышей. И потом вот так вот он рванул уже в рост. Тоже обалденные листья. Немножко другая варьергатность. Немножко больше зеленого, нежели желтого. Очень-очень интересные. Я их до сих пор не посадила. Потому что я ждала классный мох, который ко мне пришел. Так. И вот буду их сажать. Высокие горшочки, пожалуй, с мхом вверху. Я не буду примешивать мох по всей коре, но сверху все-таки немножко думается мне положить. Ну, хотя посмотрим, когда буду сажать 38 раз, еще мнение поменяю. Буду, как всегда, действовать по обстоятельствам, по условиям, которые вот сейчас будут. Тем более сейчас очень такая пора. Tricky. Вот никак не могу себе найти хороший эквивалент этого слова на русском. Ну, скажем, давайте, обманчивая такая пора наступит, когда днем очень-очень жарко. У нас тут, кстати, по-разному днем. До сих пор и плюс 32 бывает. А ночью уже меньше, чем плюс 10. И с одной стороны жарко, с другой стороны ночью холодно. Становится более влажно, полив сокращается, скажем так. В общем, очень много всего происходит, солнышко уходит, поэтому надо быть осторожным при адаптации орхидей в такой вот, скажем, переходный сезон. И название. Вот такое название. Наводиська. Ну, конечно, дендробиум красивый, его интереснее снимать. Вот так. В общем, вот такая прелесть. Я очень-очень надеюсь, что у меня с ними получится. Ох, 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 ох. Потому что вот, ну, страшненько, страшненько. Все-таки такие достаточно интересные и редкие дендробиумы. И, конечно же, хочется, чтобы получилось. Вот так вот вместе. Такая разница.
просто красивенные ребята. Вот. Так. И я не уверена, что я буду делать отдельную серию видюшек про них, потому что у меня запущено и так уже достаточно проектов с отдельными плейлистами, на которых вы, конечно же, следите за развитием событий, интересных случаев, интересной посадки. И та же пересадка, когда из сразу мха в кору пересаживаются орхидеи. В общем, все это можно найти у меня на канале, в плейлистах или просто в подборках видео. Но вы сможете последить за развитием событий у этих малышей у меня в Инстаграм. Там будет постятся фотографии. Кстати, я решила, что теперь я по понедельникам у себя в Инстаграм буду выкладывать небольшие статьи. Такие статейки, выжимки, чек-листы, в общем, всякое такое по орхидеям. И там, конечно же, немножко чаще обновляется контент. И можно, скажем так, есть моменты, про которые целый ролик снимать. Он получается сильно коротким и не настолько информативным. А вот отснять видео, не видео, извините, фотографию и показать, что к чему, действительно бывает гораздо уместнее. Поэтому в Инстаграме это все появляется. Также это появляется на ФБ, на страничке моей «Улиточка Searches Garden». И там, кстати, появляется не только это, но я репощу интересные всякие посадки, случаи, цветения, новиночки, вот что-то такое, там дополнительно там тоже появляется. Вот, так что все в описании, все ссылочки в описании. Открывайте, смотрите, переходите, сохраняйте, делитесь, в общем, все, что хотите. И на этом все. Ох, вот такая красота, до сих пор не могу успокоиться. Уже несколько дней ее рассматриваю, и все еще каждый раз, когда вижу, так восторг поднимается. Очень круто получать такие орхидеи, очень круто иметь возможность. В общем, буду заканчивать, разошлась я. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, огромное спасибо всем, кто досматривает видео до конца. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в группах, на своих страничках, с друзьями, где-то в переписках. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!